просьбой о выходном в Твиттере к нотабене обратился школьник под ником Олимпик Монро. Чиновники от абаканского образования навстречу не пошли. Учеба есть учеба. В школу идти придется к 8. Вряд ли такой ответ обрадует любителей спорта. А вот школьник под ником Олимпик Монро все-таки все равно собирается посмотреть трансляцию главного спортивного события.